Всем очередной привет. Сегодня у нас опять распаковка. Ну и уже всем известной компании Ugreen. То есть по их основной визитной карточке это доставляемые пакеты. Так, ну и здесь находится кабель Ethernet категории 7, который совместим в 5 и 6 версии Ethernet. Ну и пропускная способность до 10 гигабит по сравнению с предыдущими версиями. Ну, как обычно, поставляется вот в таком пакетике. Внутри находится у нас. Так, ну обычная вкладка это ремешок для связывания кабеля для организации его хранения. Так, ну и стандартная памятка о том, чтобы, если вам все понравилось, то оставить сообщение и поставить 5 звезд. Если что-то не понравилось, то есть постараться организовать взаимный диалог. Так, ну и вот он, сам кабель. Сразу же хочу сказать, что здесь различные длины. Ну и в данном варианте это 8 метров. Причем кабель плоский. Не круглый, а плоский. То есть он поставляется в таком виде. То есть защитный чехол. Даже эти позолоченные, сама розетка, ну, контакты обычные позолоченные. Так, ну и сам кабель, он плоский. Специально я взял плоский кабель, чтобы удобно было его прокладывать в одном месте. Ну и в случае чего очень удобно его собирать, то есть нету перекрутов, как обычно это бывает у кабелей при связывании. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.